Поплыли. Внезапно наступившая весна на этой неделе превратила город в большое снежное месиво. Очень трудно, потому что повсюду лужи, постоянно обувь намокает, расклеивается. Стало очень неудобно. Хотелось бы, чтобы ударили морозы, чтобы все затвердело, и мы смогли опять так же передвигаться, так как зимой. Вот вообще, если была техника побольше, тракторов, чтобы, потому что я-то помоложе, а есть старики, что переходить дорогу вообще невыносимо. Особенно тут у нас около шоколада Пасоч, там каша целая. Да и тут вот сегодня попросили, нам расчистили, спасибо, говорю, трактористам. А так бы никуда, в общем, не пролезть, не вылезти по дорогам, очень плохо. Безобразные дороги, тяжелые дороги. Местами чистят, местами не чищены они. Все к этому и шло, что мы сейчас плывем. Резко тает все. Стараюсь такси, машинку вызывать. Я еще дошла до сюда пешком. Но лужи уже везде, кругом. Что с нашего дома до сюда, везде уже лужи. Конечно, без резиновых сапог уже никуда не пойдешь. Я, конечно, рискнула до сюда дойти, хороших сапогах. Я вчера приехала из деревни. Мы ехали где-то 8:30, приехали сюда 2:30. По такой дороге. До Кедрового Шора нас тащили двумя буранами, а тут мы 10 километров в час, там тоже все не чищено, все не чищено. Я еще хотела в этих ехать, думаю, в дороге будет холодно, мы же обычно где-то за, ну, 2 часа добирались. А вчера 5 с лишним, около 6 часов мы ехали. Я еще хотела в этих войлочных. Я думаю, если войлочных, я бы тут поплавала бы, я бы в резиновых. Это ужас, что творится на улицах, и я представляю, что еще будет через несколько дней. Если ночью не будет подмораживать, да? Это значит, мы будем тонуть, и ходить придется, я не знаю, в каких сапогах, в бродних, наверное.